Привет всем любителям Грузии и Тбилиси! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами посмотрим на апрельский воскресный Тбилиси из окна автомобиля. Проедем по проспекту Руставели, улицам Мираба Костава, улице Шартава, Гагарина, площадям Свободы, Героев и Саакадзе. Сейчас мы сделаем круг по проспекту Руставели. Хочу сказать спасибо всем, кто подписался на мой канал. А всем, кто смотрит его без подписки, то прошу подписаться. Тем самым вы поможете развитию канала. А сейчас давайте познакомимся. Меня зовут Елена. Я живу в Тбилиси уже почти 14 лет, с 2008 года. Мой муж Картвели, и у нас есть сын. Я очень люблю Грузию и Тбилиси. А еще я в восторге от Батуми. Я была в разных регионах Грузии, кроме Сванетии и Рачи. В Тушетии и Хевсуретии сама не хочу поехать из-за сложной дороги. Я всегда много снимала видео и давно хотела вести канал на YouTube. И наконец-то решилась. Постараюсь, чтобы вам было интересно. А вас попрошу, после просмотра видео напишите, пожалуйста, в комментариях, из каких городов вы меня смотрите. Центральный проспект Тбилиси – это проспект Руставели, назван в честь средневекового грузинского поэта Шота Руставели. Общая длина проспекта, протянувшегося от площади Свободы до площади Руставели, составляет 1,5 километра. По обоим сторонам проспекта посажены платаны, которые, кстати, сбрасывают окончательные листья только к концу февраля. Сейчас в Воронцовском дворце идут реставрационные работы, которые завершатся в первой половине 2023 года. Впереди мы видим площадь Свободы, на котором установлен памятник Свободы, широко известный как статуя Святого Георгия, мемориал, посвященный свободе и независимости грузинского народа. Он был открыт в 2006 году на центральной площади. Высота памятника из гранита и золота составляет 35 метров. Его легко заметить из любой точки города. Сама статуя 5,6 метров в высоту, сделана из бронзы и покрыта золотом. Это подарок городу от его создателя, грузинского скульптора Зураба Церетели. От площади Свободы в разные стороны расходятся старые улочки Тбилиси, где находится старый Тбилиси, по которым любят гулять туристы. Хочу немного рассказать о новом отеле, который виднеется с разных точек города, и сейчас мы видим его перед собой. Это голубое стеклянное здание. Это 5-звездочный отель «Билтмор». Здание интересное, так как представляет собой смесь современного исторического здания «Эмели», который служит входом в отель. Слово «Эмели» происходит от русского языка и является примером сталинского социалистического классицизма. Здание «Эмели» было построено в 1938 году. В 2011 году началось строительство стеклянного небоскреба высотой 300 метров, который соединен со зданием «Эмели» стеклянной пешеходной дорожкой. Отель «Билтмор» состоит из 34 этажей. На двух последних находятся бары и рестораны и смотровая площадка.
Сейчас мы въезжаем на площадь Героев, где посередине площади установлен памятник погибшим за целостность Грузии. Это корпуса технического университета, и сейчас здесь будет стоять Эйфелева башня. Вот она. Сейчас мы въехали на площадь Саакадзе, посередине которой установлен памятник Саакадзе. А впереди мы видим здание узкое и высокое. Это здание мэрии города Тбилиси. Очень интересная постройка такая. А это магазин Outlet, где продаются брендовые коллекции прошлых лет. Наша автопрогулка подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!